Стилистические фигуры речи. И что это вообще значит? Причем тут стилисты с фигурами? Ну ты даешь. Сейчас объясню. Стилистические фигуры речи – это речевые обороты, которые используют для выразительности. Скажем, анафора или единоначатие – это повторение одинаковых звуков, слов или синтаксических конструкций в начале каждого параллельного ряда, строфы или прозаического отрывка. Чего? Это можно наблюдать, например, в отрывке поэмы Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то, лет 20.